Такое собрание уже прошло в Дагомысе. Потом было решено встретиться отдельно с жителями Лазаревского. Кураторы программы отчитались о результатах работы. К примеру, в 2016 году в районе было отремонтировано 6 домов, в 2017 уже 17. В нынешнем объем работ разделили на два этапа. На первом отремонтируют 14 домов. Жители сами выберут, что именно нуждается в обновлении. На втором этапе заменят лифты еще в 4 домах. Уже определены подрядчики. Это Челябинская и Краснодарская фирмы. До конца апреля они подготовят проектно-сметную документацию. Планируется, что уже в мае начнутся работы. В целом, в Сочи в этом году по программе ремонта многоквартирных домов будет отремонтировано 227 зданий. Также уже сейчас формируется список объектов на 2019 год.